Всем доброго времени суток. Сегодня у нас 19 сентября 2020 год. Выбрался по грибы в этом году, по белые первый раз. Вот уже одного нашел. Начали в этом году грибы уже прокидаться, расти. До этого мой батька ходил по кустах возле дома, то набирал немного-много их так, много набирал, штук по 50, по 100. А это у нас лес. За 25 километров я решил отъехать, поискать по сосновому лесу. Здесь черноголовики, боровики растут. Уже пошли, говорят, расти. Так что с пчелами я уже разобрался, на зиму собрал. Теперь немного есть время, то по грибах походить решил. Если, конечно, будут у меня находиться. Одного-то уже вот добыл в этой посадке. Будем искать далее. Это у нас Припятское полесье. О, чуть не наступил ногой. Припятское полесье. Грибок белый. Ногой не наступил. Грибы выкручиваю. Нож в машине надо идти поискать, взять. Не думал, что они будут, так не взял с собой. Ладно, я песок обтеру. Белый красивый грибок. Твердый-твердый. Ладно, уже два гриба. Будем глядеть повнимательней. Погода сейчас солнечная. Солнце. Вчера ветрище был сильный и дождик немного капнул так. Ну, сильного дождя не было, только чуть-чуть. Был я с другом на рыбалке, то. Ой, еще один гриб. Поклевок и не было. Ну, это такие какие-то. Уже немного желтее снизу. Ну, ножка твердая. Вчера песок. Первого это гриба я там нашел где-то. Там тудой так пошел сюда. Тут еще два. Сейчас по пропущенных участочках походим. Уже еще будут. Они обычно растут так. На определенных участках даже толпами. Потом пойдем по местам, где боровики, черноголовики, раньше находил. В том году то грибов не было особо. И так как раньше мы садили со старых черноголовиков споры, замачивал бутылки 5-литровые и разливал по земле дырки драю, то посмотрим по тем местам. Правда, дождей маловато. Но перед этим были дожди, наверное, недели за две. То земля малость напитанная. Сверху то подсохла, а снизу напитанная. Тихонько надо, не спеша, и под ноги глядеть. То, что грибы черноголовые, это видно, а эти при солнце бликуются, то есть пятна по земле, листья, то шляпки сливаются под цвет один. Так что надо глядеть внимательней. Ну, три грибка нашли. Сейчас пройдем туда по посадках этих пососных. Пройдем, если не будет. Сяду на машину, вон там машина видно. Стоит метров за 100. Пройдем на машину, поедем дальше. Поедем к ульям, поищем. С колодним. Все на полесье у нас пчел держит в холодных ульях. И деды держат, и уже еще молодые люди. Некоторые занимаются борцеводством.
не пропало дело. Это. Вот. Сейчас что-то растет у нас. Это, наверное, этот подберозовик. А таких не беру. Его возьму на ветку. Если не упаде, расколола шляпка, то будет зверью на еду. Вот кто-то разломал гриба белого. Валяется. Так. Разломаны то старые, будем глядеть новые. Свежие. Вокруг. Вот и дорожка проходит лесная тут вот. В 10 метрах. Лесная дорога. Она пошла туда. На запад. Да, ну вот в одном месте немного наткнулся. Ладно. Просеку прорубили технологическую. А покуда не видать грибов. Сухой какой-то сморщок. Притененный лес. Туда вон низина. Пойдем глядеть к низине ближе. Может там что будет. У нас сейчас где-то около 200 дня. Около 200 уже тут прошло людей много, но, как видите, 3 грибка нашли все равно, даже после толпы. Вон слышно где-то или мотоцикл, или машина. Машина поехала, вон. Передвигается между деревьями, там видно. Уже, наверное, мои места все обошли, покуда я выбрался, но... Наши грибы останутся нам. Вот красавчик. Нашелся очередной гриб. Такая вот полянка. Сидро. Солнышком освещенное. И тут грибок. Грибы я не режу. Выкручивать стараюсь постоянно. Ножка твердая. Место закрываем, откуда выдрали, чтобы грибница не высыхала. Ножа в машине оставил, если он там, конечно, есть. Ну, что-нибудь острое найдем чистить. Покуда обходимся пхом, пха хватает в лесу. Ладно, загрузим гриб. Четвертый. Значит, слухи не врали, грибы пошли и в лесу уже. Как я говорю, до этого по кустах только росли. Ну, какие кусты уже. После разных мелиораций там и раскорчевок этих выросли. Уже
вот около 30 кусты, там и дубы крупные, и осины, так по кустах. Лоси живут там, кабаны, косули, то грибница порасхозилась, да и наводнения были, да, поразносило споры. Крутимся вокруг, еще глядим. Там муравейник, хотя у нас сентябрь месяц, 19, там муравьи проснулись сегодня. Шухачать. Ладно, как живут мурашки. Вчера холод был, ветер сегодня, солнце. Там ходили муравьи погреться. Пчелы у меня там дома летают. Кто-то, видно, гриба резал. Радом возле деревни шел. Глядим по сторонкам. Ну, видать, ну, свои уже 4 гриба нашли, найдем еще. Насобираем грибов. Мамка моя их печи высушить. Будет зимой супец. Это вот что-то у нас такое. Давно уже не бачил их. Это походу этот маховик, что ли. Ладно, ножку обломаем. Целое. Маховик. Маховики то радиацию накапливают. Ну, поставим батарею, дозиметр этот портативный, проверим, есть что у них или нет. Вот обугорок такой странный. Сейчас открываем, что там под низом. Несъедобкая какая-то. Пластинчатых ягрбов не беру. Вот и тут стали разные прокидаться. Там, где разные грибы растут, то и белые среди мухоморов иногда попадаются. Солнечно сейчас, так немного бликует солнце, то не та расстановка. Плоховато, видать. Ну, как я говорю, свое найдем. А кружок прошел. Сейчас в ту сторону пойдем. К машине. Я проеду дальше. Там пробежимся по буграх. По старому лесу. Перемешанный с молодым. Поищем по этих буграх черноголовых. И потом дальше двинемся, молодые посадки. Просмотрим там, где я рассаживал споры боровиков. А потом пройдем дальше, там вроде бархана такого песчаного, со старым лесом граничащим, с болотами, с молодняком. Ну не с болотом, а с низиной. Там могут быть черноголовики. Я их тоже там подсаживал в грибницу. Посмотрим, если на том месте, где подсаживал, что-то растет, значит, эксперимент будет удачный. Уже третий год пошел, наверное, после подсадки этой. Ну а если не будет ничего, значит, недейственный способ. А там получается споры замоченные, немного проброжившие, выливал в лунки и просто закапывал грибы старые по частях. Интересно, прижилось хоть что или нет.
Переехал я на другое место хорошее, пошел по бархану песчаному, по склону, поднялся наверх, вот тут у меня местечко было такое интересное, раньше грибы были. И вот иду, глядь сюда, под сосонку, а тут у нас, о, красавчики, сидит черноголовик, боровичок, вилка у нас сразу с собой будем есть. Я шучу, это вилка у меня ножа, я не нашел в машине, короче. Взял вилку, тут вот ребро такое острое с этой стороны. Будем землю обскребать. Ладно, я заметил одного гриба. Стал осматриваться, и вот там, о, вон он, второй сидит. Так вот, сейчас идем к нему. Второй грибель у нас тоже красавчик, боровичок. Куда два? Смотрим дальше по округе. А по округе больше вроде не видать. Выкручиваем его. Ну, выкручивать не выйдет. Так, аккуратно расшатывать будем. О, ножка такая. Яму провернули за собой, чтобы грибница не портилась. Уже желтый снизу. Ну, судя по ножке, крепкий. Ножка крепкая. Бляха, вилкой. А не, обскребывая. Короче, мягковато, конечно. Ну, плохо. Ехал в лес, ножа забыл. Своего я потерял. Грибного. Надо с напильника, говорю. С полотна по спилке по металлу сделать. Маленький, тоненький ножик. Ладно, будем обдирать, чем есть, чистить песок. Так. Всё, почистил ножку от песка. О, еще один. Вот это я забрал на хорошую поляну. Вот еще один гриб. Ну это такие-то уже старенькие, борщевичок, даже уже черноватое начинается, поры высыпаются. Ладно, этот я чистить не буду особо, тут без песка чисто. Это хвоя прелая. Вот на одном месте три гриба, вот бугорочки какие-то рядом. Такая смердючка, брать не будем. Так. Смотрим дальше. Основной гриб там возле этого стоит. Наверное, я на самый верх бугра зашел. Этого бархана здорового, такого интересного. И на этом верху такие молодые вот сосонки. В этих сосонках произрастает. Это видно раньше, мы до дороги керабили, так поснимали эти бугры основные. То, что он плоский поверху. Поснимали песок этот, свезли. И осталось у нас такие бугорок низинами. Вот на нем грибы растут. Ой. Может, сильно старые люди ленятся наверх подниматься. Тяжковато. Трудно то. Грибов больше наверху остается. О, к ведру прямо вернусь. Думал, оно там дальше, оно вот стоит рядом. Уже крутануло так меня резко. Уже у нас вот рыбов сколько. Маховик, 4 белые. Еще 2 добавляем. Боровичка. И вот самый-самый таки красавец. Опа, сиего. Ну, уже снизу такие желтоватые, ну, нормально. Спасибо за такие. Можно сказать, первый раз в этом сезоне. Хоть что-то попадается, и то неплохо. Можно возле дома было походить еще. Ну, там у нас кусты такие густые, что глаза можно полукалывать. То особо не наснимаешь видео для вас.
А здесь более-менее чистый лес, веток поменьше под ногами сверху и снизу, то немного у меня получается что-то и снять. Конечно, без ножа не очень хорошо, но в древности совсем ножей не было. Были, конечно, не кремниевые. Хотя бы кремниевого сейчас ножа, и то хорошо было бы. Так. Знаю. Пройдемся дальше туда. Раз тут рыбы есть, сегодня позбирали. Пойдем дальше. Поверху. Понизу там лежу немного. Походили уже люди там. Будем верхними тропами. Мухомор наверху подсохший уже. Бледные какие-то. Дождей не очень. Все на последней лаве, что в земле осталось, дорастает. Вон наверху сосна красивая какая. Интересная. Очень вот на сосне нарости. Обычно такие сосны в геопатогенных зонах произрастают. И вот именно ветки такие перекрученные, она невысокая. Видно, немного уже старая, толстая снизу. Но ветки такие покрученные вообще. Здесь поэтому от бархану, в ту сторону, там еще одна такая сосна. И это вот я тут сейчас не бачу. Красивенькая такая. То есть получается низина, с этой стороны низина, и такая длинная дюна идет. Песчаная. С мелкими посадками сверху. Так, идем дальше. Какие-то маховики, наверное. Масляки, короче, о, кидаем, молодого заберем. Он даже пленочка. Старого и трогать не будет. Ай, повесим его куда-нибудь на сосну. Какая-нибудь живность. Здесь зимой. О, бляха, обломалась ветка. О, сушок остался. Все, сушится. Продолжаем вот искать. Очередная находка. Буквально минуту назад я выключился, не успел пробежать 100 метров. Опять горит. Песок прилип сильно, конечно. Вот вилкой, вроде черки. Стираю все. Смотри, забрали. Раз тут старый. Там мухомор. Раз тут старый, будем дальше искать этот карцаж. Обычно где старые грибы, там могут быть еще. Опа, залезем. О, красавчик.
не черный, не боровик, ну, очень-очень такой крепкий грибок. А вот рядом вот видно, кто-то зарезал, ножка валяется. Значит, тут уже ходили, но неделю назад, наверное. Вам видно было, чистим грибок. Надо с собой тряпочку брать, сразу песок стирать. Ну, конечно, ножик не забывать. Это только я так могу на рыбалку забыть. Насос на лодку в спешках собираюсь, или грибы поехал, ножа не взял. Конечно. Плохо. Да. О. Наш креп песок сейчас дуем сейчас. Ключ и телефон от машины я ложу в ведро. То, что один раз поехал так, загубил ключа, покуда искал, чем настало. Ну, короче, до хаты пришлось добираться. Взламывать стекло сзади уже, наверное, не раз было сломано, то что подъемник сломанный был, и забираться внутрь, отключать сигнализацию, раскручивать замок, снимать и заводить обычной отверткой. Благо позволил этот блокиратор на замке. Сорвал его и вытащил без ключа. Так что теперь я уже ключа, когда хожу по лесу, ложу обычно в ведро, чтобы он с кармана где-нибудь случайно не щеганул. Ну что, за 20 километров добираться, ладно, днем попутками можно добраться, а вечером то особо никто и не возьмет. Такая вот небольшая консультация, совет: в лесу ложить ведро, ключи, ну и вещи, какие могут с кармана выпасть, затираться. Что у нас в этом бугорку? Дальше туда не пойду, наверное. Ну, а тут еще чуть-чуть пройду. По низу это уже с бугорка спустись отсюда. Пройдем тут. Ой, место интересное, конечно. Если бы еще хороший дождь сейчас прошел, пару дней затяжный, то грибы, думаю, поперли бы конкретно, не один был бы и не два. Но так как суховатый лес, то не особо много и гриба в лесу. Ну, спасибо и за такие хотя бы, что растут. Уже вот ведро закрылось дно грибками. О! Нашли в онлайн режиме. Прибегать не такой. Старенький немного, снизу желтый. Я обмох этот вот жесткий белый вытираю, если рядом. Он как щеточка, бачишь его? Обчистилась ножка мигом. Не надо и нож. Так вот, чик-чик-чик-чик-чик. Мох стерся, ножка стерлась. Чистота полнейшая. Не очень чистота, но о, рядом еще один стоит. И вон еще один, о, какие палки. Так, три штуки сразу.
А сразу уже по сторонах лежу. Три гриба в одном месте. Не зря сюда спустись. Даже может туда пройдем назад. Хорошо. Берем добро. Что лес дал, то забрали. Что не дал, останется на развод. Не буду вилкой этой, наверное, скрабать я их. Вот его мох обтеру. Это дома почистится. Главное, чтобы это песок не был. На телефон буду потихоньку наверх вылаживать. Ключ хай на дне. Возле машины выложу, рыбу достану. Ему тоже, когда уже насобирается, так, чтобы можно наверх хорошо ключа положить, вытащу. О, три грибка в одном месте взяли. Там три, здесь три. Там пару уже. Уже хорошо так. Плохо без ножа. Ну, дома. Обтереться все и помыться. Вот. Второй грибок. Не знаю, наверное. По буграх растут то, что ночью сейчас уже 7 градусов пробивает. Холод, можно сказать. А бугры прогреваются за день. И грибы по их растут. Ну такие. Ой, зацепился. За суки какие-то. Так, так, так. Глядим повнимательней. Может еще вроде. И пропустили. Ты на этот склон я николи не ходил особо. А где-то тут та сосна делась красивая, стояла такая. Где-то я забегал. Пару год назад была. Интересно. А может, она там и была, где мы были недавно. Ну, кажется, по пути к машине росла тут. Может, вот это она уже. Так не, не похоже. Наверное, то все-таки была эта сосна, про которую я говорю, что еще одна растет. Это там место такое. Интересное. Да. О! Все грибок. Все-таки по буграх растут грибы. Видно, кто-то резал рядом, вот эта ножка сухая валяется. Ну, этот уже красавчик совсем. Ножка такая офигенно толстая. Красавчик рыб. Аж сам порадовался. О, люблю я их собирать. На таком вот месте. Третий час у нас сейчас уже, наверное, дня. И вот солнце повернулось, и они там. Тут, наверное, на прогретой стороне растут. Вот мы уже нашли 4 гриба тут. 4, кажется. Там 2, там, да. Тихенько не спешим. 4, там еще будет 4. Просто надо видеть хорошо. Такая интересная веточка. Эй, мухомора нашел, схвалился. Хай, назад захваем. Ох, я что-то только что увидел. Идем туда, вон туда. Издалек. Издалек, короче, заметил. За 20 метров. Ну, это уже, конечно,
Рыбище. О! Шляпка такая. Вот. Старый. Посмотрим, что за такие. Старый гриб уже. Желтый. Ладно, заберу. Будет место, если у печи, то что, собираю не один, там где-то еще по лесу мамка моя бегает. С ведром, с ножом. Это нож постоянно есть. Это я вечно забываю. Вот она. Наберет, так в печи точно места не будет. Так. Один-один. Смотрим. Конечно, молоденькие, красивейшие, ну. Дякую, что и такие попадаются. Как говорится, главный результат. Вон машина там наша. О, ну, на конце ручки. Видно, так. Сейчас все этот бугорок прошарим. Пойдем к машине. Где-то вот тот едет. Покуда доберусь до своего места, то там уже, наверное, все поберут. Так что идем и едем отсюда. Вон машина возле моей становится. Ладно, мы тут пособирали, еще поедем дальше. А становится. Нашел я только что вот гриба, повесил на ветку сушиться большого. И одного вот такого вот положу уже в ведро. Иду дальше. И вот у нас еще один гриб. Растут они сейчас все по склонах. Вот так он не один. Не зря я сейчас включился, чтобы вам показать. Он еще второй. Красавчик молодой. И вот видно третий. Три штуки. Наверху старый был там. А на спуске еще три штуки. Муравейник рядом. Муравья сейчас тут мало. Холодно ночью было. Короче. Когда тепло, то этих муравьев столько бегает, что присесть нельзя. Три штуки в одном месте. Так, чистить я не буду их, короче, кидаем и ведро да еще обмыться дома, чиститься. Следующий раз с ножом надо ехать. И шляпки в песке все равно. На песчаной почве, песчаная. Песчаная это получается. Все. Летим вокруг. А что сверху не видно будет, а снизу видно. Наверх. Так. Не видно больше. То хорошо. Три штуки на одном месте. Мухоморчик. Я так понял, грибы пошли расти, но лишь бы дождик и прошел. Ну, даже на той лаге, что сейчас земле должны еще порасти, так думаю, недельку. Если будет у меня время, то
нигде не ездить. Вот не зря пошел. Я, короче, хотел до машины идти, а потом развернусь. Вот мы только что на Бугру с вами ходили. Развернулся и пошел на другую сторону, на запад этой Бугра, короче. И тут уже нашел вот три, это вот четвертый и перед этим хороший еще один. Пять штук. Черноголовик, это вот боровичок черноголовый. Ой, ну что-то такое было там. Муравей за пальцы грызет, думаю, что такое. Аж горба кинул. Думал, что это уже грызет. О, черноголовый красавец. О, почти ведро грибов. Раз. На этом склоне что-то есть. Пойдем. Обычно все потом Баку бегут по правому, куда мы сразу заходили. А по этой стороне мало кто и ходит. Через бугор этот надо переваливать. Ну, думаю, раз уже мы сюда перешли, будем продолжать. Продолжать идти. Вот. Вот висит мой гриб, что я нашел наверху. Вот это вот. Там три нашел и здесь одного. Идем по этой стороне. Тихонько пройдем туда. А потом уже, думаю, поеду дальше. Все-таки. Если тут есть черноголовики, что куда-то нам ехать. Пробегу немного этой стороной. Вот интересное место. Сейчас заходим сюда. Солнечная такая полянка. Опа, ветка. Солнечная полянка, лес. Старый перемешку с мелким. Становимся и смотрим. Запах иголок, хвои и грибов. Перемешку. Это у нас, наверное, эти белые. Я думал, маховики какие-то. Белые два, ну. Ну такие уже желтенькие снизу. Немножко крепкое. Я скоро ведро будет грибы. Конечно, это не такие грибы, как я хотел. Я хотел черноголовики собирать. Ну, аж бордовый. А это какие-то бледные. Вон еще один гриб. Собрался идти дальше. Вот это уже покрасивее. Ну, старый тоже. Одни борщевики. Молодых гриб есть, ну конечно. Где-то 50 на 50 даже. Можно сказать. Процентов 60 гриба. Старая это темная. Мухоморчик. Здрасте. Давно по лесу не бегал. Интересно. Пособирали грибочки. Что-то у нас тут. Маховик.
Это бег обратно по этой стороне бархана. То туда пробежал, бегу обратно, гляжу. С бугра сверху вниз. Оттуда вот. А тут во, красавчик. Думал, старый немного, аж. Старый, ну это черноголовики. Они тут два корнями сошлись. О, красавцы какие. Очень красивые грибы. Ах, и пахучие. Два штуки. И где-то тут твоя в этих во корчах вот только что взял уже. Перед этим. Ну, короче, во. Целое ведро насобирали. Глянем по сторонам. Ну, уже не видать. Бежим дальше. Что-то там у нас такое. Хаморы. Хаморы, мухоморы. Ну, да, вот. Здесь я взял. Вон мой сухой гриб. Сухой, говорю, сушиться повесил. Тут черноголовик. И вот два там были. Просто когда шел, так я там крутанул вправо, а он проморос. Значит, можно по одному месту день крутиться и грибы день собирать. Добежала она свое место секретное, старый лес с таким молодым проклевывается. И нашел уже два гриба первых. Черноголовика именно. Черноголовики тут обычно растут крепкие и маленькие. Даже выкрутить нельзя. О, один красавчик грибок. И радом вот я сразу не заметил вторые. И тут что-то у нас еще. Это бог просто. Два гриба нашел. До этого. Хотя там он пару каких-то маховичок, беленький, такой желтый снизу. И до этого, что я нашел, это пол ведра. Даже больше вот так, где-то 10-литровым. Я уже в машине их там высыпал. Пускай лежат, чтобы мне это не таскать. То, что от машины сюда бежать, а уже, наверное, по лесу километр, наверное, полтора даже намотал. Ну вот поэтому тут метров 200 туда. Таким островком. Неизменный лесок заходит, то много черноголовых вечно росло. И тут глибы сейчас лесники поработали. Кучу этих веток понарубали. Уже сюда добрались. Так как сосновый пилильщик много деревьев перепилил там, то убирали лес. Лесники. Ну а тут такое вот место, что хорошее, так сюда особо не заезжайте, то что тут дороги нема. Давай, от пыли чих напал. Гляжу сразу вокруг, где нашел грибочки. Тут такое место, что внимательно надо просматривать все. Ну, конечно, красивенькие такие черноголовички, два крепкие. Не знаю, сколько тут время от ними вот ходить у нас, поэтому ну, прорываться я не буду. Если аккумулятор не отключится на камере, то что гляжу уже красным загорелся. Может, хватит тут пройтись нам немного. Тогда пройдем места вероятного произрастания грибов, самое больше где было. Что будет, соберем. И можно будет ехать уже до дома. Уже результат есть, какие-то молодых красивых набрал.
на поджарку и желтых посушить. Я тут грибов особо не фанатею, а вот собирать их люблю. И поесть их — это уже второстепенное дело. Пособирать — самое-самое интересное. А уже быстрым ходом иду. Такое местинка. Вот кто-то резал, наверное, недельки две назад. Кто-то, наверное, со своих по этих местах. Тут мало кто так бегает, кто знает. Пробежались кто-то со своих недель назад, наверное. Видно, вот. Если тут были порезанные грибы, значит, надо искать и свеженькие. Наверное, два вот то будет, что я взял. Вот а тут один год я нашел хороших, красивых. Боже, есть у меня где на видео. На канале. Какие-то брауни. Возле этих вот колод тут такие росли по полкилограмма. Крепкие, большие черноголовики. Хоть и большие, но крепкие были. Не видно, но уже сюда добрались лесники с подсочкой его. По кустах этих. А где подсочка, это будут рубить, короче. Ах, как смола живица, пахнет вкусно. Сосны. Пахуча-пахуча. Подсочки где ставят, это там потом вырубка будет. Такая она жидкая. Все робят канифоль, скипидар, живицы. Ну еще что-то, наверное. Зашли мы в самый угол. Грибов не видать. Буду, наверное, заканчивать на этом. Аккумулятор уже садится. Памяти на карте не знаю сколько, но аккумулятор сел, я запасный с собой карман не кину. Там еще по дороге молодый лесок один отбегу. Там много грибов бывало, но сейчас не знаю, что в этом году. Не забегаю, сейчас я его обверну по буграх. Так что, если позволит мне это, так... О! Рыбок, походу. Если позволит мне питание камеры, то черноголовик, боровик, ну светлый таки на иглице. Вот если позволит снять, еще так сниму, короче. У меня слово паразит короче, замечу, я много сильно повторяюсь. Так. Будем стараться исправляться. Ну, грибок красивенький вот нашел только что. Я его просто пробежал. Сейчас против солнца надо. Вернее, солнце слева получается. Натяну козырок на воже. Говорится, да пойду. Глядеть. Ладно, я сейчас выключаюсь покуда. Если что найду, доключусь. Только что вот я бежал обратно с того леса, где черноголовики. Обвернул здесь при этом молодничок, как туда шел. Решил зайти по пути все равно. Иду и вот лежу. Бугорок так вот был накрытый. Открываю, а тут гриб сидит. Белый, красивый, маленький рядом. Отломавший. Сотру песок немного. Аккуратно положу. Так, здесь один гриб и лежу вот в сторонке. Когда присел, так заметил. В сторонке еще один гриб. Это не черноголовые, не боровики, но крепкие белые. Сразу зырим по сторонам.
По сторонам не видно ничего. Два гриба рядом. Ну, третий приросток я не считаю. Маленький. Хотя тоже гриб. Так. Не видно больше. Покручусь я тут сейчас. Туда-сюда. Плотненько так. Если тут такие молодые растут, значит, может, еще будем. Будем искать дальше. Продолжаю собирать грибы. Думал уже не включаться. Аж нашел недавно его в одном месте три. Потом еще одного грибочка. И вот иду по курсу. Он вам хуй стоит, черноголовик здоровый. Чего я и включил камеру нашу. Подстрадать эту красотищу. Вот он. Больше по округе не видно ничего, ну. Все равно нашли. Снизу он такой чуть-чуть желтенький. Уже выгрузил так вот почти ведро грибов. Это опять, ну тут больше молодые. Пару только старые. На этой территории, где я хожу, растут по такому вот пху белому. Я думал, это не гриб, что ли, сидел, доставал черноголовик. А это тоже гриб. Таких, это мягенький. Малость. Дома переберутся. Нашел железяку такую, килограмм 5. Ну не 5, может 3. Я сюда не хотел заходить. Даже решил все-таки зайти на эту территорию молодняка. Наткнулся там в начале, когда зашел в этом ху на гриба. Стал его вырывать. Чуть не растоптал еще 3. Они белые, не видные в этом ху. И вот еще нашел. Получается, 3 штуки уже. Пойдем в ту сторону. Там больше такие места интересные. И моха много белого. Будем не спеша ходить. Если вам худо черноголовики, таких сдалек видно. Белые шляпки или белые, так совсем не видать. А иду, потом становлюсь, осматриваюсь кругом. На ходу не гляжу. Больше на солнечных полянах грибы. Видать, днем прогрее хорошо. Да. Ой, растут на полянках. Хрущащий, что мочит под ногами. О, грибок. Еще один. Желтенький, но крепкий. Пахучие. Рядом они мухомор. Здрасте. Немного я уже притомился. Пробег, наверное, километров 5-6 по лесу.
по горах этих. Так что тут сейчас его покажу. Малость. Это можно будет ехать. Уже приехал я. Наверное, сейчас там с копейками уже пятый. Вот опять грибок. Какие-то он боком так был. На бочок свернутый. Наверное, кто-то сбил. Да. Он-то неплохие внутри. Сбитого брать не будем. Хай лежит на это. На рассаду раскидаем. А это да. Хай. Споры разносятся. Что-то на головиков не видно. Одного нашли. Не спеша ходим. Так. Сегодня самая большая грибов нашла, это по буграх. Это вот дерев старый и гора. На горе обязательно гриб 2-3 будет, где мох. А вот по равнине таких низинках так не видно. Такое место тут года 3 назад много было сильно грибов. Один день я вдоль собирал, да, целый день кругами по этому леску нарезал. Наверное, ведра 3 насобирали. Мы вдвоем даже больше. Так. Не видно уже. Вечерея. Наверное, надо потиху продвигаться к машине. Тут недалеко метров, наверное, 400. Буду я заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи. До свидания.